Здорово, пацаны! Ну что, ждали, не ждали? Небольшой сюжет, что называется, к Новому году. Хотим вас порадовать новой продукцией, а точнее, первой продукцией в новом формате. В формате, что называется, мастерской «Ростовские пацаны». Теперь у нас есть бренд, марка, можно так выразиться, «Patch Factory». Ну и, собственно, вот оно уже, что называется, крупным планом на изделие. Ну, как вы уже догадались, это шабер, а точнее линейка шаберов. Эти изделия выполнены в новой формации, так сказать, непривычной старым пользователям. Они вот такие вот массивные. Конкретно, что можно сказать, для силового шабрения, для крупных деталей. Здесь большая рукоятка, нержавеющая ручка. И, что самое главное, это износостойкая шаберная головка. Теперь она стальная. Она сделана по образу и подобию шаберов, которые делал в свое время Игорь Негода. То есть вот таким вот клеммовым зажимом. Она черненая. Ну и что самое главное, все эти изделия сделаны именно у нас, именно в нашей мастерской ростовских пацанов. Об этом, собственно, и будет сегодняшний сюжет. Мы покажем, расскажем, как каждый элемент шабера рождается и, что называется, приходит вот сюда, на этот стол, чтобы порадовать вас. Ты хотел на твердоскладную фрезу смотреть? А что? Ты смотрел, хотел смотреть на фрезу. У тебя есть уникальная возможность.
Но конструктив этой линейки шаберов не случайен, так как сформирован под призмой, что называется, нашего опыта и наших знаний по теме шабрения. В этой мастерской мы на регулярной основе ремонтируем и оборудование, и оснастку, как для собственных целей, так и для коммерческих задач. Соответственно, все лучшее, что накопилось по этой тематике, мы постарались воплотить в этом изделии. Для того, чтобы он был достаточно эргономичный, износостойкий, удобный в использовании и вызывал только положительные эмоции у своего обладателя. Это вариант головки, шаберной головки более крупной. В ближайшее время планируется уменьшенная версия для, что называется, более труднодоступных мест. Там, где речь идет о малогабаритных ластохвостах, то есть в 16К20 в ластохвост запросто можно подлезть именно вот таким инструментом. А куда-нибудь в ТВ-4, скорее всего, уже будет сложновато. Соответственно, такая потребность тоже есть, и в ближайшее время мы эту потребность обязательно закроем. А потому ждите новые видео и бейте в колокол! Ну а в описании под этим видео, по ссылкам, вы можете найти продукцию под нашим брендом Patch Factory.